пришли мои бутсы с сайта Галеодора. Хотелось бы сделать распаковку и посмотреть, соответствует ли цена их качеству и красоте. Видно сразу то, что бутсы красивые. Вот на картинке, это, когда я смотрела, не было видно вот этих вот переливающихся, как сказать, как радуга переливается, вот это вот, кружочки разные. Шипы, по моему мнению, какие-то большие, но как я их трогаю, они какие-то очень острые. Прям очень острые. Шнурки мне не очень понравились, но я думала, они будут шовковые, но потом оказалось, что они очень хорошие и нормально держат бутсу. Вот это, я до сих пор не могу понять, это пошито веревками или это приклеено. Ну, в общем, я думаю, что бутсы, соответственно, стоят своих денег, и они мне очень нравятся. Просто как открыл, мне они очень сильно понравились.